Вот в этом месте явная попытка была создать малоуходную группу, декоративную на газоне. Деревья подобраны правильные кустарники, то есть все достаточно неприхотливые и выносливые. То есть что мы видим? Вот это туя у нас, это у нас пузыреплодник дьявола, спиреи, хосты, вот парочка видов тут дёрена, вот снова спирея, вот тут снова хосты и спирея. Ну вот с той стороны там два вида ивы я увидела. Вот высокорослая одна ива, а вторая вот здесь вот с краешку, видимо, ива белая, скорее всего, какая-то карликовая. Вот тут дёрен элегантиссимо. Вот, что могу сказать. Вот очень хороший можжевельник обыкновенный, колоновидный. Что могу сказать по поводу вот увиденного? За любыми растениями нужен уход. Вот здесь как посадили, ну, я так подозреваю, что растениям уже, ну, тут не менее, наверное, 5 лет. Вот как посадили, так никто больше ручки не прикладывал. И что мы видим? Засохшие ветки, ну, сухая листва. У пузыреплодника, вот видите, реверсивные зеленые побеги. Вот, вот там вот поселился вяз мелколистный, то есть вырос самосевом. Вот с той стороны клен полевой уже вырос, самосевом поселился. Понимаете? Вот, вот видите, клен полевой. Вот он. Вот, вот понимаете, о чем я говорю, да? Что любым, даже самым малоуходным растениям нужно внимание, нужна забота, и только тогда будет приличный вид.